Добрый день, дорогие друзья! Сегодня предлагаю вам немного подышать свежим воздухом, ну и заодно провести тесты рации Baofeng UF5R на дальность. Все очень просто. Одна рация находится в пункте А, вторая отдаляется в условный пункт Б. Во время процесса будем периодически выходить на связь и проверять сигнал. Итоговая цель теста – понять, на каком расстоянии от пункта А окажется пункт Б. Тесты будут проходить в лесу, при этом лес расположен на холмистой местности, поэтому прямая видимость теряется в радиусе 200-300 метров. То есть условия, в принципе, сложные будут. Ну и во второй части этого видео будет объявлен конкурс, поэтому не переключайтесь. Проводить тесты рации нам будет помогать лесничий Владимир. Держи. Итак, начнем. Итак, навигатор показывает, что я отъехал на 1 километр. Пробуем. Первое, второму, как слышишь меня, прием? Слышу хорошо, прием. Все, связь отличная на 1 километре. Едем дальше. Итак, расстояние 2 километра. Проверяем. Первое, второму, как слышно меня, прием? Вас слышно, прием. То есть, в принципе, нормально у меня слышит. Едем дальше. Итак, 2,5 километра. Проверяем. Первый, второму, как слышно меня, прием? Первому слышно, прием. Не понял тебя, скажи еще раз, прием. Слышно, отлично, прием. Понял. Все супер, едем дальше. Итак, расстояние 3 километра, пробуем. Первый, второму, как слышишь меня, прием. Первый, второму, как слышишь меня, прием. Первый, второму, как слышишь меня, прием. Ну, все, 3 километра это предел. Ну, ребята, с учетом того, что мы находимся в глухом лесу, это очень хорошие данные для этой рации. При такой стоимости, как она стоит, это просто супер. Потому что лес это очень серьезная преграда, при том, что здесь холмы, овраги, то есть лес не на ровном плато находится. Если все это учитывать, то очень и очень хорошие результаты. То есть 2,5 километра она четко берет.